Привет, меня зовут Даша, и на днях мне пришли две посылочки. Одна от Фрэше, другая с интернет-магазина Лисан, и начну я рассказывать с первой. Посылка очень чуточная, предупреждаю тебя сразу. Итак, я заказала себе вот такой шампунь Love Planet, который пищит, визжит просто весь YouTube. Он здесь с экстрактом лимона и растительными витаминами. Действительно, здесь чувствуется лимон чуть-чуть, но для меня, если глядеться на мое личное восприятие, то здесь воспринимается аромат как какая-то такая чуть сладковатая свежесть травянистая. Ничего уникального в этом шампуне я не нашла. Второй раз, скорее всего, я брать не буду, потому что меня очень пугает надпись для каждодневного применение для всех сразу типов волос. Здесь очень много СЛС, оно стоит здесь уже на втором месте в составе. Это подпугивает. Я заказала себе свечку, сирень. Люблю грешница, сирень в любом виде. Такой вот стаканчик с рисуночком, цветом тоже она такая лавандового оттенка. Пахнет. Вот, кстати, может быть, я открою, конечно, сейчас для тебя велосипед. Может, ты уже все это знаешь, я не знала. Оказывается, самый лучший способ придать аромат чарующий своим вещам, это засунуть в шкафчик парфюмированную свечу. Как я это открыла? Мне пришли две свечки, тоже от Yves Rocher. Одна ваниль и лимон, другая печеное яблоко, если мне не изменяет память. Я их поставила в шкаф. Через пару дней открыла шкаф, чтобы достать оттуда одну книгу. И на меня пахнуло таким облаком ароматов. Я просто обалдела. И теперь мои книги, которые стоят в том шкафу, они пахнут цитрусовыми яблоками. Имей в виду. И в подарок за заказ мне пришел крем-гель для душа, бразильский кофе. Я обожаю все с запахом кофе, шоколада, какао и тому подобного. У меня был уже такой гель для душа, в смысле он есть, но его осталось не так много. И это божественный, бодрящий запах, который подойдет на любой сезон года, с моей точки зрения. Я его очень всем советую. Если ты не пробовала, ну ты просто не жила в этом мире, я не знаю. Это было выслано в подарок, я об этом сказала, нет. Причем это был подарок-сюрприз, и они не прогадали, правда. Хотя по описанию подарка я ожидала увидеть туалетную водичку Ля Натурель, которая называется Садени в простонародье. Ну, шикарная вещь, обожаю ее. Это один из моих самых любимых продуктов в Ифраше. Ну и перейдем к фирме Catrice Essence, потому что именно этих фирм я заказала продукцию в интернет-магазине.